В годы войны на Смоленщине шли ожесточенные бои. Машина вермахта прошла по нашим землям не только мечом, но и огнем. Полыхали города и деревни. Не обошла эта участь и деревеньки вокруг нынешнего Десногорска. 5 марта 1942 года фашистские каратели загнали в уцелевшее здание бани и сожгли заживо 19 стариков, женщин и детей за помощь партизанам. Это были жители деревень Кукуевка и Серебрянка. Спустя почти 60 лет, в 2001 году, на этом месте был установлен памятный знак. Он состоит из каменного валуна с мемориальной доской, на которой написаны имена невинно сожженных жителей деревень. Над ним возвышается металлическая арка с колоколом. С тех времен, когда был установлен памятный знак, естественно, волонтеры и сотрудники нашей организации несколько раз в год всегда обязательно не только проводят митинг, но обязательно еще и субботник вокруг этого памятного знака. Вспоминаем, приходят новые волонтеры, которым мы сообщаем, чему вообще посвящен памятный знак, почему мы сюда приходим убираться, почему это вообще так важно и значительно для нас. В акции по уборке территории и поддержанию памяти приняли участие волонтеры Десногорского центра поддержки молодежных и детских общественных объединений. Это редакция «Поколение» и студенческий актив ОСА, а также поисковики отрядов «Высота» и «За Родину». Историю надо помнить, и молодое поколение должно знать историю своей родины, изучать ее и не поддаваться на провокации других стран и тех же наших историков, которые могут не в полной мере рассказать о том, что было, и чтобы принимали всю историю как урок, урок из прошлого, который нельзя забывать. Я думаю, чтобы мы знали нашу историю, во-первых, нашей родной земли, а во-вторых, чтобы такого больше не повторилось. Теперь на месте сожженных деревень дачный поселок. Старожилы хорошо помнят страшную трагедию этого места и благодарны молодежи за ту работу, которую они проводят. Я шел со стороны и смотрел. Я был рад тому, что вот это, ну, привлекаете молодежь, чтобы, ну, сохранить память, ну, наших предков. По окончании субботника ребята провели небольшой митинг и в знак уважения и скорби возложили венок к памятному знаку.